Суббота, день Сатурна. Это тот день, когда мы обращаемся к величайшей планете, к величайшему учителю, к тому, кто позволяет нам стать мудрее, проанализировать свою жизнь и почувствовать время, время как силу, время как возможности, время как ресурс. Поэтому мы сегодня с вами обращаемся к Сатурну. Вдох-выдох, закройте свои глаза и отправьте любовь Сатурну. Вы можете представить его как планету или как старца. Пошлите ему свою любовь и попросите его о возможностях исправления своих ошибок и правильной жизни, и мудрости, как можно более безболезненно, но вдумчиво и осознанно. Мы хотим знать, Сатурн, где мы совершаем ошибки, чтобы их исправить. Мы хотим, Сатурн, уважать время и пользоваться верно этим великим ресурсом. Вновь пошлите любовь Сатурну и примите его дары, как осознание, как знание, как мудрость. Да будем мы с вами мудры во делах, во мыслях. Да будет мудр наш род, наши потомки и наши предки, ибо время течет линейно только у нас. И поэтому наше сегодняшнее обращение к Сатурну влияет и на предков, и на потомков. О, великий Сатурн, мы принимаем твои дары. Мы принимаем мудрость. Мы принимаем наши новые возможности, которые нам открывает мудрость. Да будешь ты благословенен, Сатурн, и будем мы благословенны тобою. Воистину, человек, живущий на земле, обретает мудрость благодаря Сатурну. Дышите спокойно и расслабленно, и осознайте в себе внутреннюю мудрость и силу. Вы мудры, и эту мудрость вы можете передавать своим потомкам. Это великая мудрость. Это знание о мироздании. Это сила небес и земли. Это вы в проявлении здесь и сейчас. Это ваши знания, которые озаряют вас, которыми вы наполняетесь ежедневно. О, великий Сатурн! Благодарим тебя.